Обращения из Приднестровья по газовому вопросу уже поступили в Госдуму. Об этом нам сегодня сообщил Константин Затулин, зампред Думского комитета по делам СНГ. Я знаю ситуацию по газу, она явно нештатная. Она, конечно, связана со злой волей Молдовы и является предметом обеспокоенности в России. Как этот вопрос будет решаться, мне сейчас сложно сказать. Я не сотрудник «Газпрома», как вы понимаете. Мы договорились, что я выйду с началом недели на руководство «Газпрома». Я так думаю, что, конечно, этот вопрос решается даже не на уровне «Газпрома», он решается на самом высоком уровне и будет решаться. В Приднестровье до 1 декабря ЧП в экономике. «Молдова-Газ» в одностороннем порядке сократил поставки топлива в нашу республику почти вдвое. Константин Затулин говорит, «Молдова продолжит создавать проблемы для Приднестровья». Что касается отношений с Молдовой, Молдова, очевидно, плывет и ужесточает свое поведение, ведет себя все более и более дерзко, потому что рассчитывает, что, как в таких случаях говорят, Запад нам поможет. Напомним, накануне председатель партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал перекрыть газ Молдове в ответ на блокаду Приднестровья. По его словам, «Молдова-Газ» грубо нарушил контракт с «Газпромом». Из-за дефицита топлива Приднестровье находится на грани гуманитарной катастрофы, отметил Сергей Миронов.